Хатико ждал. И ты подожди. Итак, как вы уже поняли по названию этого видеоролика, сегодня мы будем снимать блокировку с аккаунта GTA Online. Сегодня я вас научу, как снимать эту блокировку, и мы посмотрим. Заранее поставьте лайк и подписаться. Итак, начинаем. Всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня я вам расскажу, как вы уже поняли по названию, сегодня я вам расскажу про мой бан в игре GTA Online. Мы сегодня не будем играть в GTA Online, мы сегодня играем в сюжетную линию, но ладно, это не важно. Сегодня я вам расскажу, как меня забанили, вот заходим в GTA Online, если вам, конечно, все будет понятно. Но ладно, если что-то непонятно, то пишите в комментарии, я это пересниму моменты. Как-то так, ладно. Мы загружаемся сейчас в GTA Online, и у меня не получится, потому что я забанен до 4 декабря. Непонятно за что. Видимо, меня посчитали за читера, хотя у меня читов вообще нет в игре. Ни модов, ни читов, ничего. Я написал поддержку, и мне ничего не ответили пока что. Я ждал, жду, и... В общем... Я не знаю, что сейчас делать, просто ждать разблокировки. Я не знаю, почему это произошло, но до этого как бы лагала у меня игра в онлайне из-за хэллоуинского обновления. И, в общем, так получилось, что меня забанили. Вот у меня бан этот. Внимание, доступ к GTA Online остановлен до 4 декабря 2017 года. Прогресс ваших персонажей в GTA Online будет сброшен, вернуться в GTA 5. Я не знаю, что это, но, ребята, я правда не знаю, что это, почему меня забанили. Ведь никаких читов я не загружал. Как у меня была игра, как я ее скачал со Стима, так и все. Как я ее установил, так и ничего туда не загружал. Но почему-то, когда я... Ладно. Сейчас. Я не знаю, у меня просто глючила игра, и, в общем... Меня забанили. Прошло я несколько миссий там в онлайне, и, видимо, каким-то образом меня забанили. Я не знаю, из-за чего это может быть. Может, это глюк, и меня разбанят через несколько дней, но пока что вот день прошел вчера, потому что вчера было 4 ноября, сегодня уже 5 ноября, этот видеоролик снят 5 ноября. И, в общем, я так и не понял, почему же это случилось, почему же я теперь не могу играть в GTA Online, это очень странно, не работает ничего, только вот это, вот видите, у меня нет никаких тренеров, у меня нет никаких модов в игре, у меня просто нормальная игра, почему меня забанили, я так и не понял. До этого, до хэллоуинского обновления было все нормально, и игра не лагала, не глючила и ничего там не тормозила. Хотя у меня настройки, сейчас покажу какие есть. Так, удаляю сейчас всякие разные сообщения. Так, значит, идем мы в настройки и настройки игры. Так, заходим в настройки графика. Вот какие у меня настройки поставлены, то есть игра никак у меня глючить не может. И как-то так. Но в онлайне почему-то игра у меня глючила. И так уж на несколько минут тормозила вообще. Потом она разлагивалась, и можно было и продолжать играть. Но потом опять лагала, и все. Но и в этот момент, когда у меня залагало, потом у меня почему-то вылетела сессия, а потом, когда я перезашел, уже был я забанен. Ладно. Мы покатаемся сейчас на тачке, поедем на какую-то миссию, ну, чтобы не терять время и видео. И сегодня мы просто пройдем Франклина, потому что, так как это, на этом аккаунте я не играл почти что в GTA Online сюжетку, потому что у меня там что-то слетело. В общем, в онлайне у меня был 100 какой-то уровень, 100, если почитать, был 105, если я... прошел несколько миссий, то у меня был 106 уровень уже вчера. И... Ну ладно, неважно, главное, 100 уровень уже был.
И они решили мне сбросить персонажа. Ладно, блокировали, ладно, там что-то еще. Но они решили еще сбросить моего персонажа. Всего апгрейденного и все. Самый прикол. Вот смотрите, заходим сюда, куда-то в игру. Я не помню, где я брал эту штуку. Я правда не помню. Сколько бы я ни смотрел, я не помню, честно. Потому что я здесь покупал дофига чего. Потому что... Я не знаю. Так, это все. Редактор Rockstar. Все. Нет. Ничего не получится, потому что... В общем, я покупал карту еще. Вот эту акулу карту покупал. И, в общем, ничего не вышло. Ничего. Я так и остался забаненным. Я не знаю за что. И, ребят, я просто сейчас жду, пока что у меня прогрузится что-то, возможно. Потому что у меня иногда не прогружаются некоторые клавиши в этой игре. Я не знаю, потому что или у меня игра какая-то неправильная, хотя она лицензионная, и я не знаю. Играл я в нее последний раз, наверное, год назад. Вы это помните, я снимал тогда видео. И вот мы давайте пойдем на Франклина сначала, а потом посмотрим, что будет. Так, пропускаем. Это пока что нам не нужно, это уже, наверное, все видели. Так, идем с Ламаром. Так, еще. Но все это уже знаю, все это видели уже, ребят, честно. Давайте ударим Ламара. Ударить его нельзя. Ладно. Затем мы можем побежать. Нет, не нужно. Ладно. Ну, мы его охреначили. Он теперь... А, он может стать. Ладно. Чувак, тебе хана. Ну ладно. В общем, в чем прикол? Мы можем драться, то есть мы можем все, но когда мы подходим к Ламару, мы уже драться не можем. Ну, я думаю, это я все исправлю. Так, у нас есть какая-то толстая тетка, или это мужик? Это тетка. Че? Че, давай, тетка. Мы пришли сюда не играть, мы сюда пришли толстую тетку фигачить. Все. Ладно. Вот наша машина, мы садимся за руль. Сразу давайте там, где чоп. Ну а чё, могу я? Ладно. Всё, вообще, нахрен нам этот Ламар. Давайте мы его офигачим, я не знаю. Можно ли? Поехали, Ламар. Давай. Давай. Ой, извини. Ладно, давай. Еще раз. Давай. Я ничего не делаю. Поехали. Ладно, хватит прикалываться, все. Давай, садись. Без шуток. Давай. Я серьезно больше не могу. Так, поехали, а то он придется перепроходить. Все, давайте поехали. Шутили, хватит. Ладно. Так бы шутить каждый месяц. Хотя почти так же и делаю, ладно. Давайте поставим радио, как он... Нет, давайте не поставим. Давайте вообще без радио, потому что... здесь как бы YouTube не будет принимать это, ладно. Давайте просто мы поиграем без музыки. Просто чтобы все было это. И... Так, ладно. Мы едем. Не знаю, за что меня заблокировали, ребят, но хотя бы я вам покажу миссию, как я прохожу. Так. Ладно. Опа, ладно. Нам он как бы не нужен. Фургона? Кому он нужен вообще? То есть, вот в эту игру я как бы ничего не играл на нее, но у меня открыт Майкл. Может, Тревор не открыт, а открыт только Майкл. Но этого достаточно, я думаю, для моей игры. В сюжетную линию я почти что не играю, но играю иногда. То есть я там просто играю без миссий. Там кого-то убить, всяких этих. Я не проходил здесь. Так. Я проходил раньше, когда-то, год назад, а сейчас я не проходил. Так. No, ну, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. Да? I've been told he up in the alley. Кстати, машина Ламара. То есть через 30 дней мне придется все-таки
Мне придется пересоздавать персонажа, ребят. Ладно. Чё, поехали? Готовы? Сфокусируемся. Поехали. What the fuck you say something for? We could have creeped up on this nigga. Так, you see yourself, Franklin? Давай. He's a big black motherfucker. Nigga, your creeping days is over. Тебе конец. You got sloppy, homie? Where that laser sight shit at? Да куда ты едешь? Я не понимаю. Куда ты? Если я там еду, зачем ты едешь? Ладно. I don't know why you think that's gonna motivate me, nigga, cause it don't. Хотя ладно, я езжу пути. Чтобы показать вам, какая крутая игра. Motherfucker jumping left. Так. Тоже так может. А, мы даже можем обогнать, ладно. Или нет, у меня спецспособность. Ладно, в любом случае. Почему так? Опа. Нет, я его не догоню. Ладно. Как так? Ладно. Куда ты прёшь? Что ты делаешь? Я же его теперь не догоню. Не, ну конечно я его догоню, но ладно. Чё, я его не догнал? Ладно. А, нет. Ну ладно. Это я все знаю. Для меня это не ново. Так. Баланс, давай. Хоп. Ага. Пошлите дальше. Давай, баланс. Попробуем. Убедят меня. Все, ты газ. The ransom still the same, even if you got a bite taken out your ass. Get him, boy! Давай, 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 давай. Так, чё тут? Come on, boy. Чё надо делать? Так, меняем персонажа, блин, я что-то забыл, как? Блин, вот так. Я забыл как? Чё делать, чё делать? Может за чопа всё-таки? Ладно. Не понял, а нафига мне чоп тогда? Я давно просто не играл, а ладно, так. Все-таки в первом он был, ладно. Stop running, dog. Никого нет. Ни в одном нет. Ну и что, собственно. Давайте зачем тогда. We in this together, chop. Let's go. Ну, и что? Ладно, сейчас посмотрим. Hey, chop, what you smelling? Down, boy. А, вот это интересный еще момент будет. Heal! Man, that's a... Get out that thing, chop, you filthy motherfucker! Not the time, chop. We gotta go. Lamar sure ain't been training your ass, has he, boy? Это было интересно. Go, boy, where the OG at? Побежали. Come on, smell that stinky motherfucker. Так, мы сразу проверяем самый последний. Давайте проверим этот. Hey down, bitch. Man, fuck. Все-таки этот? Ладно, давайте. Пробуем открытый левый.
Ну, вряд ли он тут. Да, он там. Ладно. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. Я не знаю, зачем я вам это показываю, миссию, но... Самое главное, то, что меня забанили, ладно. Просто покажу миссию. Меня забанили, и это главное, то, что меня забанили до 4 декабря. Поэтому... Тогда... Как-то ничего не делать. Написать поддержку и теперь. Так. Че, он убежал? This is bullshit. Take me down the cut. Можно было бы, конечно, догнать, но... Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster, you know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Так, ну чё, теперь мы можем вообще убить кого-то? А, ну задание, ладно. Автосохранение, да, нажимаем. Всё, выходим. И теперь мы идём за Ламар, который у нас должен быть где-то рядом, я думаю. Видимо, я не знаю. Где он должен быть, но он пропал. Ладно, мы попробуем его догнать все-таки. Я не знаю даже, где он. Он бежал. Потому что я его не могу найти. Наша банда. Так, ладно. Что ж, на этом, наверное, все. Мы заканчиваем, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.